Может быть, как-то будет ассоциироваться с моим новым состоянием.
любое другое состояние. Я тебе желаю, чтобы твои песни были наполнены счастьем, любовью, твоей будущей, замечательной жизнью. И вот, представляете, таким чудным образом Анастасия, менеджер, подруга, близкий человек Тараса, тоже была случайно на меня подписана и пишет: «А не хочешь в клипе сняться, «Птица Вавилон»?» Тоже спонтанно все так получилось. Говорит, я говорю, когда? Она говорит, завтра в Москве. Я говорю, а я завтра в Питере буду. Она такая, ну, значит, не судьба. Я такая, ни хера, судьбу пишу я. Я все сделаю. Мы прилетаем в Питер с ребенком, Папазова. Вот такая идет, красота ее встречает, идет такая. Я говорю, Папазова, ты что делаешь? Он говорит, Лена, я говорю, ты что тут делаешь? Он такая, ты, я говорю, паспорт забыла, не знаю, как в Питере. Я говорю, куда Папазова, я говорю, в Питере. Знаешь, как летописец все зафиксировал. Это история. Это историческая моя запомнить. А мне нужно было оставить ребенка в Питере, пересесть на другой самолет, улететь в Москву на съемки и потом вернуться. Внучек мой. А внучек? Конечно же, нет. Любопасно, сейчас все решится, ты возьмешь Артемчика в аэропорту. И дальше вот той девочке, говорю, подруге моей, а потом я приеду. Почему я не могла сама передать? Потому что спасибо. С одного самолета сразу нужно было в другой. У меня было 8 спасибо. Минут, чтобы пересесть с одного самолета на другой. Давай. Это надо было видеть просто. Ребят, мы сделаем историю. Сейчас. Все. Идите куда? Короче, мы увидим в прямом эфире. Последние минуты села, прилетела. Мы записали промо. И ладно, выходим из эфира. Ребят, всем хорошего вечера. Ну, к сожалению, будем немного отдохнем, короче. Мне мешал играть роль.